В Московской области за 7 лет в рамках программы капитального ремонта заменили более 11,5 тысяч лифтов в многоквартирных домах. Одинцовский округ вошел в число муниципалитетов, где заменено наибольшее число подъемных механизмов. В плане на 2020-2022 годы в округе предусмотрена замена 75 лифтов. 39 из них установят уже до конца этого года.